Всем привет! Сегодня я решил записать один необычный режим, который называется «Трансформеры». Что это такое? В общем, у нас будут сегодня гонки на четырех персонажах. То есть мы можем выбрать абсолютно любого персонажа, и нам дается ровно 30 секунд, чтобы на нем поиграть. Далее мы должны сменить персонажа и продолжить с того места, с которого мы остановились. И карты будут совершенно разные, и нам надо думать, то есть, какого персонажа на какой участок пути брать. В общем, сегодня я буду придумывать 300 IQ тактики. Ну и, наверное, чтобы было прикольней, я не буду делать паузы, ну а буду продолжать каждый раз со сменой персонажа. Ну, в общем, все поймете. Начинаем. У нас сейчас первая гонка и 4 персонажа на выбор. Это Фрэнк, Кольт, Ева и Бо. Гаджеты нельзя, ну а пассивки любые. Ну что ж, давайте думать. Здесь у нас еще метеориты, дополнительное усложнение. Но я думаю, что вначале надо какого-нибудь Кольта, чтобы вырваться вперед. Потом, наверное, Фрэнка, чтобы пройти вот сложный участок с туманом. Далее Еву можно, ну тут пролететь через озеро. Ну а далее Бо. По-моему, все идеально звучит. Слушайте, по-моему, да. Я не знаю, какую тактику там выберут остальные, но мне кажется, я все нормально продумал. Ну да, да, давайте так. Надо сейчас вырываться вперед. Так, отлично, я впереди еще. Повезло, повезло. Так, хорошо. Ну все, просто надо отрываться. И тогда меня уже никто не догонит. Самое главное, чтобы меня потом метеориты не летели. Так, замечательно. О, сейчас, кстати, время кончится. Так, ну пока что время есть, надо дойти. Так, блин, а я не умру здесь? Ну, вроде не должен. Я об этом не подумал. Я выжил, хорошо, хорошо. Так, все, я Фрэнк. Найс, телепортация, прям вовремя. Точнее, трансформация, блин, что я сказал? Так, все, бежим, бежим. Так, замечательно. Кстати, а почему я третий? Там кто-то телепортировался вперед, что это? Я был вторым, стал третьим. Такое вообще бывает? Ладно. Так, этот участок на Фрэнке вообще изи проходится. Значит, я все продумал. Ой, куда я улетел? Блин, блин, на диагональный трамплин надо. Так, вот сюда. Все, продолжаем на Еве. Так, найс, найс, я пока что впереди. Так, все, сразу сюда пролетаем. Вот это да, вот это я классно придумал. И летим здесь. Вот только, конечно, Ева не особо здесь подходит, потому что у нее ХП мало. Так, блин. Не, меня догоняют, что это? Нет, 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 Вуди. Так, ладно, все, все, летим вперед. Так, здесь я пройду, я надеюсь, пройду. Нет, блин, не прошел. Все, финальный участок, надо догонять и обгонять. Так. Так, ну здесь опасно проходить, да? Наверное, надо как-то назад. Что, куда он лезет? Да ладно, Вуди, как же так? Эх, второе место. Ну что ж, Вуди затащил, Вуди первый, да? Вы знаете, еще такая пословица есть. Кто не рискует, тот не пьет пиво. Вот Вуди в данном случае рискнул. И поэтому он будет пить пиво. Хотя он пиво не пьет, наверное. Ну что ж, ладно, давайте посмотрим, кто придет там третьим. Так. Где вообще? А вот, вот летят. Ну что, давайте, кто из вас затащит? Кирпич, похоже. Похоже, что кирпич сейчас займет третье место. Кстати, можно так тупо пробежать здесь, где шипы уже. Ну ладно, все, третье место кирпич, хорошо. Ну что ж, матч-реванш, у нас вторая гонка, и на этот раз у нас будут персонажи уже поинтересней. Это Спайк, 8 бит, Сту и Бул. Вот такие вот персы. И знаете, я тут придумал одну интересную тактику. В общем, вначале я возьму бита, ну а дальше уже посмотрим. Ну, наверное, там какого-нибудь Сту, там Була, Спайка, то есть что-то такое. То есть я хочу начать с бита, потому что мне кажется, что вначале он здесь нормально подойдет. Ну, побежали. Вначале, по идее, участок и так быстрый. Зачем здесь кого-то другого брать? Все взяли Булов, почти все.
Что это за тактика такая? А, пробежать туман быстро, я понял. Так, ну ладно. Ой, я не добегу, я не добегу. Только вот сюда вот. Так, дальше теперь бежим, бежим, бежим. Продолжаем, так. Надо догонять всех. Блин, я, похоже, там немножко нарушил правила. Надеюсь, никто этого не заметил. Я там немного раньше стартанул, потому что иначе бы я умер в тумане. Ну, ничего страшного, не переживайте. Я сейчас, наоборот, постою подольше. Ну, такую секундную паузу сделаю, чтобы все было честно. Так, пробегаем это, пробегаем. Вот сейчас шипы. Ну, по идее, я здесь не должен умереть, тем более у меня еще щит. Так, сейчас время закончится. Да, сейчас. Дальше у нас замедление, это вообще будет жестко. Вот здесь вот именно нужен быстрый персонаж. А то на бите тут бежать не знаю сколько. Хотя я не знаю, как там суммируются, не суммируются это. Ну ладно. Так. Я что-то не очень угадал с участком. Зачем здесь булл? Булл здесь вообще не нужен. Зачем? Ладно, проходим. Так-так-так. Нормально надо догонять. А почему он, кстати, впереди меня стартанул? Видимо, это баг какой-то, да? А, баг с телепортацией у этого человека. Кияр? Или как там его зовут? Но все равно к финишу приползаю первым. Я хорошо. Так, кто там второй? А, по-моему, вот этот Кияр, да? Потом кирпич, третий. Ну что ж, ладно, окей, давайте теперь на третью карту. Ну а сейчас у нас все будет очень жестко. А, в общем, вот такая вот карта, не новая. Но она достаточно сложная для прохождения. А, значит, персонажи такие. Это Мортис с атакой, да, именно с атакой. А, далее Эль Прима, Ворон и Биби. Ну, щитом там или со скоростью каждый решает сам. А, и опять же, надо придумывать какую-то тактику. Но я думаю, что вначале можно начать с какого-нибудь Эль Прима, а потом уже там Мортиса, Биби, то есть как-то так. Ну что, давайте побеждать здесь. Побежали. А, так, ну по самому короткому пути надо. Кто-то уже вначале взял Мортиса, но такое себе. Тут же узкие дырки. Как он здесь будет прыгать? Ой-ой-ой, не туда я улетел немного. Ну ладно, особо много я здесь не потеряю. Так, пробегаем, пробегаем. Да почему так долго здесь? Сейчас уже время кончится. Так, я застрял! Что? Что? Я застрял! Да ладно. Так, вот сюда. Бежим. Надо догонять. Только как я могу всех случайно убить тут? Блин, ну что такое? Все столпились. Ладно, все, давайте отрываться. Ну что такое? Ну кто мне мешает? Ну что ты делаешь? Так, ладно, все, отрываемся. Так, вот сюда вот. Мортис вообще имба здесь. Так, отлично. Ну все, я должен быть впереди. Правда, там какой-то кирпич тоже. Так, мы наравне. Блин, я не долетел еще. Что такое? Нет, что? Почему кирпич пропал? Какой-то другой появился. Чопокало. Как его ник прочитать, блин? Ладно, ладно. Сюда. Сюда. Неужели я второй? Да ладно, не может быть. Кирпич, почему ты не стал меня ждать? Эх, кирпич, кирпич, ну как же так? Не, ну ладно, ладно, все равно он первое место занял, как бы. А, да, бывает такое, что кто-то там не понял друг друга, начал раньше. А, мы, к сожалению, не по Дискорду, поэтому, да, случаются такие косяки, фейлы. Во второй катке я тоже там начал немного раньше. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам понравился этот режим. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.